потом не забудьте его в приказе отметить. А то без него бы мы натворили делов. Так вы и натворили. Ладно, потом разберемся. Гончаров Сергей Владимирович сидел за разбой, вышел по УДО в этом году. Казаченко проходил по делу о киллинге, осужден не был, не хватило доказательств. Зеленый служил в горячих точках, был под трибуналом, ну и... Градов Сергей Леонидович. По показаниям все того же Желдыбина, в момент нападения Градов был у них за главного.